Всем привет, с вами Кейт Ли, и да, перед тем как начнется видео, я бы хотела сделать маленькое объявление. Дело в том, то, что я вам говорила, что в скором времени выйдет новый, короче, маленький сериал, где-то в 6-7 серий, но дело в том, то, что я еще не до конца додумала сюжет, мне его нужно дописать, мне нужно додумать его название, мне нужно додумать имена героев, и тем более я сейчас сделала ОАК, и я думаю, другие пэты, мне нужно все передумать, то есть мне нужно поставить некоторых ОАК, нужно чуть-чуть поменять сюжет, и в общем-то то есть этот сериал выйдет не скоро, но я буду снимать маленькие короткометражки, так сказать, типа сегодняшний. Ну что ж, желаю приятного просмотра. Надеюсь, вы меня поняли. Ну, приятного просмотра. Какой прекрасный день, какой прекрасный день. Ну вот, опять. Почему я никогда не выхожу из двери нормально? Ну, в общем-то, не в этом... Я думаю, меня многие знают, потому что я... довольно во многих сериалах очень хорошо снимался. Ну как хорошо снимался? В том смысле, то, что я там играл самую упорную роль. И был немножко неуклюж. Собственно, как и сейчас. Это Джейк опять куда-то направляется. Я должен выследить его. И да, я сейчас направляюсь в студию. Да, у Кейт Ли есть студия. И сейчас мне может влететь за то, что я опоздал на съемки. Угадайте, какого сериала? Конечно же, «Магические ключи». Ну, а те, кто не знает, что за «Магические ключи», наверное, ссылка будет в описании. И вот я пришел. Собственно, вот наша студия. Да. Блин, где Джейк? Джейк! Кто-нибудь видел Джейка? Вай! Ты чё орёшь, как резан? Привет! А чё ты хотела? Где Джейк? Ты понимаешь, что съёмки «Магических ключей» без него просто не... Психануло. Ага. Николь! Да... Ты не знаешь, где Джейк? Просто без него никак не начнётся съёмки «Магических ключей». Чего это я должна знать, интересно? О май гад, все-таки это символ канала, и у тебя больше забота, чем у меня было. Но в конце концов, ты была прошедшим символом канала. А сейчас ты даже больше, чем символ канала, ты вообще заведующий. Я всего лишь означаю личность Кейт Ли, я ничего не знаю. Ой, сорянчик. О май гад, о май гад. Мисс Хлоя. Мисс Хлоя, извините, что я вас так беспокою. Да что? Мисс Хлоя, к нам пришли новые участницы, которые хотят попасть на нашу студию. Короче, вводи их. Мисс Хлоя, в смысле вводить их? Ну как, принимай их там, все показывай. О боже, мне нужно найти Джейка. Найти Джейка? А мне нужно найти Джейка. Сорян. Мисс Хлоя, но он тут. Что? В смысле тут? Это Хлоя просто баба. В смысле, где Джейк? О, блин, со своим Джейком ночью. Ты не говори, уже тут по всем проездилась. Ну вон он же. Привет. Джейк, я тебя в землю закопаю! Ты самая уверена, что ты должна меня закапывать? Еще как уверена, опоздать! Магические ключи! Ты понимаешь, что я тебя вышвырнуть отсюда могу? Это самое, полегче, полегче, Хлоя, все хорошо. Вдох, выдох, вдох, выдох. Джейк, просто беги. Слушаюсь, повинуюсь. Вкусный чебурек. А, да, недавно сегодня купил. Хе-хе, посторонитесь. О, чебурек. Я с собой возьму, дружище. А сейчас бежим.
Ой, простите. Джейк, берегись. Ауч, ну Джейк может где-то задать ее. О боже, он украл мой чебурек. Мой чебурек. Мой чебурек. Ну блин, вот тортик заморался. Ой, да ладно, у меня еще есть. Сейчас сгоняю. Ну, окей, выкину тортик. Ну что ж, мистер миссис Джессика и миссис Виктория, прошу вас следовать за мной. Я вам покажу нашу студию. Идем. Конечно. Так, вот тут вот у нас место для придумывания сценария, ну как сказать, просто для обдумывания каких-то вещей. Мы тут вместе собираемся все и обдумываем какие-то вещи. Джейк взял мой чебурек! Чебурек! Вещи обдумываете? Ну, да, иногда чебуреки обдумываем, ну, неважно. Это потом уберу. Ну, давайте пройдем, где пишут, туда, где пишут сценарий. Да. Пойдем. Давайте. Так, что бы мне выбрать? Вам даю. А мне даже ничего. Я выгляжу просто великолепно. Божечки, прекрасни меня, просто никого нет. Алекс, дай-ка мне вот эту юбочку. Юбочку? Но я хотела ее надеть. Алекс, между прочим, у меня одна почти из самых главных ролей во всем сериале «Магические ключи». Ну, ты даже ключом из «Магических ключей» не владеешь. Зато я проводница всех и вся. Девочки, разойдите! Ах, что? Парень, а что? Ты мне нужен. Чё это сейчас было? Джейк просто ужасно всех сносит. Тогда особенно выносит всем крышу. Эй, девочки, не видели Джейка, а то мне нужно его в землю закопать. Закопать в землю? Если честно, я бы тебе помогла, но я боюсь просто пачкать свои лапки. Да, я бы тоже. Ладно, мне не о чем с вами разговаривать, я пошла искать Джейка. Ага, удачи. Врежь ему от меня, хорошо? Хорошо. О, великий Ромео, большое спасибо, что ты мне подарил такую прекрасную розочку. О, великий Ромео, я благодарю Бога, что он мне даровал тебя. Великий Ромео, я люблю тебя. Что? Что это за девушка? И она мне очень кого-то напоминает. Джейк! Упс, вышла. Джейк, береги. Аривидерчи. Юбочку тоже. А, Джейк! Вот, послушай. И они тронулись дальше. Ну, тронулись это как-то не очень. Может быть, они двинулись дальше? Я думаю, там так лучше, что ли? А вот тут у нас пишут сценарий для наших фильмов и сериалов. Маленькое местечко, однако. Ну, что поделаешь. Пройдемте дальше. Я думаю, что тронулись. Это намного лучше. Я тебя уверяю, двинулись. Это намного лучше, чем тронулись. Я сказала тронулись. Двинулись. Тронулись, двинулись, поперлись. А? Поперлись? Да, поперлись так намного лучше. И поверьте уж мне, самому символу канала. Так, я пойду, мне нужно идти. Да, похоже, тут у них все упорото. Что во имя пылесоса сейчас произошло? Во имя пылесоса спаси меня от нее. Я тебе в порошок сотру. Так, это, Хлоя, успокойся. И да, Джейк, во-первых, отпусти меня, а?
Не отпущу ты, моя последняя защита. Джеки, я сейчас за тобой не только будет Хлоя бегать, чтобы тебя закопать или убить, но сейчас и я буду за тобой бегать. Так что немедленно отпустил меня. Оу, ну ладно, чё, не буду я это самое мешать. Удачи там, любовнички. Что, какой нахрен любовнички, Джек, блин, отстань от меня, а? О, спасибо, Николь, что спасла. А вот тут наша гримерочная. А что с ней? Ну, просто тут, видимо, Джек бегала за ним Хлоя. Ну, в общем, я думаю, нашей экскурсии пришел конец. Прошу вас уйти в этого помещения. И, пожалуйста, вы можете идти, если так хотите. Если вы не хотите попасть под горячую руку Хлои. Вот, в общем-то. Николь! Да, чего тебе надобно, старче? О, Николь, можешь объяснить, что вот... Ой, прости, вот это вот. А что, это ничего, это просто небольшой апокалипсис Джейка, так что с меня никакого спроса нет. Да уж. А я думала, это приличное заведение, где снимают нормальные фильмы. Ну ладно, пойдем, Джессика. А тут классно! Что? Да, дамочка, тут все упорото. Вот это поворот. Мой новый тортик, ура, я его смогу нормально поесть. Джейк украл мой чебурек, мой чебурек! Винсент, ты можешь поосторожнее, блин, тут люди кушают тортики. Какие тортики, Джейк украл мой чебурек! Мой чебурек! О май гад. Неужели мне придется смириться со всем этим упоротым населением? Как думаешь, это похоже на крокодила? Не знаю, только он какой-то белый, крокодил как обычно желтый. И ты дальтоник, что ли? Крокодил розовый всегда. Это гусь розовый, ты что, песенку не слышал? Слышал, только крокодил-то розовый. А я тебе говорю, то что крокодил. Он желтый, потому что он желтый, а розовый это гусь, потому что он гусь, и он розовый. А еще он смотрит в окно и думает, почему так темно. Привет, я новенький, я вот, в общем-то, я новенькая. Да ну нафиг, ой, прости. И я пихнула, значит, я тебя пихну. Что вы все лежите? Это флешмоб, что ли? Ну ладно. Тортик. Джейк украл мой чебурек. Я тиесто, дайте 100 рублей. Я спою вам ей, дайте 100 рублей. А! Джейк? Что? Ты понимаешь, что ты жирный, а? Нет, я легкий, как пушинка. О-ля-ля, он у тебя уже запрыгивает. Вай! Чито! Я тебя сейчас сама закопаю. Я от символа канала тебя сейчас закопаю. Ой, да ладно вам, что? Он же пушинка. Я пушинка. Я сказала, тронули. Нет, поехали. Вернее, двинули. Тронули! Двинулись! Попёрлись! Я схожу с ума! Я должен найти Джейка. Извините, мне нужен Джейк. Джейк. Нет, баба какая-то. Джейк. О, Карлсон, это ты, Карлсон, это ты. Джейк? Малыш! Карл!
Карлсон, малыш, Карлсон, принёс мне варенье, принёс. Ребят, может уже начнем магические ключи снимать, а? Совершенно согласна. Го магические ключи. Агась. Потом все у них наладилось. Не считая одного. Винсент не нашел свой чебурек. Хлык-хлык. Хе-хе-хе. А потом снимали они долго и счастливо. Что ж, спасибо за просмотр данного видео, упоротого, наверное, или может тупого, неважно. Спасибо, что досмотрели до конца, если вы вообще досмотрели. Ну и да, на нашем канале, так сказать, мини-юбилей. Просто на нашем канале 5 подписчиков. Все-таки да. Это классно, да, я просто не думала, что вообще хотя бы 5 добьюсь. Я очень вас люблю. Спасибо. И да, у меня новые 2 поэта из Макдональдса. Ну пофиг, все равно поэты. Ну ладно, с вами была команда Кейтли и, в общем-то, всем приятного отдыха летом и большое спасибо за просмотр. Если тебе понравилось это видео, просто поставь лайк и подпишись на канал, если ты еще не подписан. И мы вас любим, даже Хлоя, которая упала. Да не говори вообще.